Наш комбинат – это комбинат постоянного развития. В 2009 году мы реализовали проект STEP. Внедрение вот этого большого объема контуров регулирования потребовало другого подхода к анализу работы оборудования, работы системы управления. И вот чтобы посмотреть и быть четко уверенным, как работает это оборудование, мы пошли на путь внедрения продукта Plant Triage. Plant Triage было внедрено как часть оптимизационного пакета производства совместно с компанией Tieto, которая осуществляла общее управление проектом. Это первый такой проект не только на Монди, с этой краской ОПК, но и во всей группе Монди. Специалисты МЭЦ собрали данные о системе управления, состоянии контуров регулирования, сделали свой анализ, показали, что у нас есть проблемы, которые можно минимизировать и устранить с помощью системы Plant Triage. Это очень сильный инструмент, который говорит нам 24 часа в сутки, где у тебя проблема, где у тебя есть замечания, где у тебя то, что мешает твоей работе. Применение Plant Triage на данный момент позволило не только выявить, но и устранить порядка 175 узких мест в процессе производства. У нас уже сейчас третья генерация того перечня оборудования, которое нам необходимо поменять. Мы постоянно находимся в диалоге и в контакте со специалистами МЭЦа. Компания делала под нас все то, что удобно именно вот российскому потребителю. При производстве хвойной целлюлозы изменение стандартного параметра с 0,7 до 0,3 по белизне дало экономию химических реагентов в объеме 1 миллион 250 тысяч евро в год. Основное, конечно, это стабильное качество целлюлозы на выходе при минимизации отбельных реагентов, таких как двуокись хлора. Прогнозируемая экономия от внедрения Plant Triage составит до 500 000 евро в год. Все это направлено на наших потребителей, на то, чтобы мы делали больше, лучше и качественнее.